Я уверен, заявит о себе. Тем временем снова попытка игры на зелень. Это, видимо, какая-то домашняя заготовка Астралис, но она не очень-то роляет. Пока что она роляет разве что для GV. Он говорит спасибо за очередной интриг. Какой-то им у него, ну я не знаю, что идет не так. Ого, первый космонавт у нас в Counter-Strike на ваших экранах, дорогие друзья. Rocket Jump прямиком за забор его выкинул GV. Хорошо, хоть ВП приземлилась, а то это был бы вообще двойной фейспалм. Но это было эффектно, тут, конечно, не поспоришь. Вот непонятно вообще, кто с кем играет. Да, давайте еще раз посмотрим. Можно... Вот хочется, знаешь, песню «До свидания, наш ласковый мишка», когда Олимпийские игры закрылись, и медведь такой огромный улетел. Это как раз про него, мне кажется. Летающий девайс. Пух. Он подпрыгнул, еще и хаешка под ногами взорвалась. Тут действительно очень жестко. Окей, как дропнуть девайса. По-моему, сейчас это случилось.